Для приготовления салата нам понадобится четверть капусты, небольшой пучок петрушки, небольшой пучок зеленого лука, 2 столовые ложки сока лимона, 2 столовые ложки оливкового масла, специи по вкусу. Капусту мелко шинкуем, мнем руками, нарезаем зелень. Зелень кладем в капусте, туда же кладем сок лимона, оливковое масло и специи. Все перемешиваем. Салат готов!